Представители молодежного актива партии «Родина» проводят мероприятия по патриотическому, культурно-нравственному и национальному воспитанию несовершеннолетних и молодежи. По их инициативе собрали круглый стол, чтобы обсудить детскую преступность и способы ее предотвращения. Подробнее обо всем Сабина Гатагова. Каждое третье-четвертое преступление, совершенное подростками, происходит именно в ночное время суток. Такие данные приводит начальник отделения по делам несовершеннолетних МВД ГНН Петросова. Сейчас 300 подростков состоит на внутришкольном учете. Статистика неутешительная. Ответственность за пребывание детей вне дома после 22 часов несут непосредственно родители. Если устанавливается, что ребенок находился на улице с попустительства родителей, соответственно, законных представителей, то эта санкция может применяться к родителям. От предупреждения до 500 рублей. Этой проблемой озадачились представители молодежного актива партии «Родина». По их инициативе собрали круглый стол, чтобы обсудить проблему. Главная цель – обезопасить подростков. Планируют на законодательном уровне привлечь к ответственности не только родителей, но и предпринимателей, которые будут допускать нахождение несовершеннолетних в неположенное время на их территории. Некоторое время назад, примерно где-то 4 или 5 лет назад, законодатели республики упразднили эту норму ограничений до нахождения совершеннолетних на улице. И отсутствует механизм привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к ответственности за нахождение совершеннолетних в каких-то общественных заведениях, развлекательных заведениях, игровых клубах и тому подобное. Мы решили исправить эту ситуацию. Пока вопрос находится на уровне обсуждений, пригласили различные молодежные и общественные организации депутатов партии в Гордуме. В дальнейшем мы хотим через депутатов нашей политической партии в городской думе транслировать эту данную инициативу и чтобы законодательно закрепить вот эти нормы на территории республики. Предполагаю, что в первом квартале нового 2021 года уже этот вопрос будет более детально озвучен и, надеюсь, на другом уровне. Партия «Родина» проводит мероприятия по патриотическому, культурно-нравственному и национальному воспитанию несовершеннолетних и молодежи. Работу будут вести и дальше. Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.